выйти на главных участников наркосообщества было непросто. Молодые люди хорошо владели современными технологиями. Они общались друг с другом с помощью зашифрованных, только им понятных слов. В одной из квартир Читы они создали настоящую нарколабораторию. Из концентрата синтетики и иных ингредиентов преступники изготавливали наркодозы и получали за это немалые деньги. И через интернет-магазин осуществлялась торговля бесконтактным способом, то есть продавец не встречался с покупателем. Значит, в ходе спецоперации было всего задержано 11 активных участников данной преступной организации. И, кроме того, значит, было изъято 6 единиц транспортных средств и также наложен арест на недвижимое имущество. В ядоке подпольного бизнеса наркотики, масса которых около 7 тысяч разовых доз, 6 автомобилей, в том числе премиум-класса и купюры в 1 миллион рублей, теперь приобщены к материалам дела. Лидеры группировки и активные участники сейчас находятся в СИЗО. Согласно кодексу, за подобные преступления предусмотрено лишение свободы до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Подробнее расследование этого громкого уголовного дела смотрите в понедельник в рубрике «Время Че». Екатерина Гаврилова, Анна Кулигина, ЗапТВ.